В металлургическом районе голодные воры вскрыли вагончик с горячим питанием. По словам очевидцев, из трейлера злоумышленники вынесли деньги, а также сосиски и гамбургеры. Это видео сняли случайные прохожие. Рано утром они заметили вскрытый вагончик с горячим питанием. Как сообщили очевидцы, из торговой точки злоумышленники вынесли выручку и еду. Хозяин торговой точки о преступлении узнал только утром и сразу сообщил в полицию.